20 сентября, 10:30 по Киеву. Осенний велодень, собирается Салтовская колонна. Так, сегодня у нас 20 сентября, в Харькове велодень осенний. Возле памятника велосипедисту собираемся, люди подтягиваются потихоньку. Я бы даже сказал, подкатываются. С погодкой повезло. Конечно, не столь массовая, как на открытие сезона мероприятия, но все равно приятно. Да, красота. Все флаги нынче в гости к нам. Что это у нас там такое? Спайдермен? Нет, Спайдервумен, да?
Велорай. О, такие персонажи колоритные. Жарко им, бедненько мне, босс. Но дело того стоит. Температурка градусов, наверное, под 27. Солнышко. Ну, в общем, идеально. Ну, в общем, 11:22, все только начинается. Сентября 2015 года, 12:00 по Киеву, в Харькове осенний велодень. Сентября 2015 года, в Харькове велодень. Осенний велодень. Сентября 2015 года, в Харькове велодень, 12:00 по Киеву.
20 сентября 15 год, осенний велодень в Харькове. Сентября 15 год, велодень в Харькове. Сентября 15 год, велодень в Харькове.